Сегодня многие ульяновцы стремятся открыть свое дело, чтобы жить лучше и работать на себя. Другие воплощают в реальность свои давние мечты. Так Ренат Кадырлеев открыл в Ульяновске свой мужской бизнес в ноябре прошлого года, хотя желание иметь собственное дело было практически всегда. Сейчас ему 28 лет и впереди большие планы, о которых молодой человек рассказал лично губернатору при встрече. Предприниматель планирует за год окупить затраты на создание барбершопа, а через пару лет открыть уже второй салон. Мы очень активно растем. Мы открылись не так давно, буквально пару месяцев, но уже у нас хорошая база клиентов, которая с каждым днем, неделей прирастает новыми. И самое главное, что те, кто были в начале, возвращаются. То есть возврат – самое главное, и это приятно. С октября 2018 года в областном центре заработал еще один молодой бизнес-проект – парк-отель «Бруно». Номерной фонд гостиницы представлен категориями «Классик» и «Лофт». Комнаты оснащены современной техникой, удобной мебелью, собственной ванной и кухней. Сергей Морозов по достоинству оценил старания молодых предпринимателей. Мы все больше и больше превращаемся в некий такой туристический центр, прямо федерального округа, центр Российской Федерации, с учетом того, что у нас прогнозируется большое количество культурных, спортивных, промышленных мероприятий. То вот такие интересные решения очень-очень для нас сегодня важны и интересны. К встрече дорогого гостя хорошо подготовилась и владелица новой для ульяновцев пекарни «Хлебников». Девушка начала свой бизнес в Чувашии и сегодня вышла на новый рынок. Мое решение прийти в этот бизнес достаточно простое, но абсолютно продуманное. Хлеб является давно не просто продуктом, а насущной необходимостью. Именно поэтому я решила печь хлеб в пекарне полного цикла. Вишенкой на предпринимательском торте стала церемония вручения сертификатов признательности начинающим предпринимателям от имени губернатора Ульяновской области. В торжественной обстановке молодым людям сказали спасибо за открытие своего собственного дела. Мероприятие прошло в новом пространстве для искусства, творчества и культурного отдыха «Арка Фридом». Главная задача, наверное, сегодняшнего посещения губернатором проектов начинающих, предпринимателей новых проектов, это то, что мы сегодня выполняем в рамках большого национального проекта, национальной предпринимательской инициативы. А вы знаете, что мы в течение 5 лет должны до 149 тысяч довести количество людей, вовлеченных в предпринимательство. И очень важно посмотреть и показать другим, с вашей помощью, безусловно, как простые люди занимаются и приходят к простому достаточному бизнесу. Напомним, что в регионе только в минувшем году было зарегистрировано около 8 тысяч новых субъектов малого и среднего предпринимательства. План на 2019 год еще больше увеличить цифру. Наталья Чумаченко, Александр Кудряшов. Новости Ульяновской правды.